Что такое хорошее партнерство? Вот бывают партнерства плохие, бывают партнерства хорошие. На мой взгляд, хорошее партнерство — это когда ты сидишь с партнером, у тебя какая-то есть идея, партнер тебя в этой идее поддерживает, потом ты какую-то идею предлагаешь, и он предлагает. И у вас включается вот этот некий совместный танец, но как итог этого танца является увеличение вот этого вот некого ощущения субъективного энергии, что ты чувствуешь, что вот, ну, тебе сначала вообще, ну, прикольно, тебе, ну, как ты чувствуешь себя более как-то интересно, хорошо, так более заведенным, более энергичным, но потом, как итог этого общения, включаются действия. Идеальным сценарием будет, когда прям вот, ну, сидя с партнером, ты начинаешь уже кому-то звонить или кому-то что-то писать, что давай это сделаем. Я считаю, что такое партнерство наиболее продуктивно. То есть это партнерство, которое начинается с диалога, увеличивает энергию обоих партнеров, и потом включаются действия, включается реализация, и материя начинает двигаться. Это самое крутое партнерство, которое только может быть.